О реконструкции одной из центральных улиц города, улицы Самойленко, говорят с прошлого лета. На встрече в начале июля 2011-го, инициированной городским головой, жители выразили свои просьбы и предложения, которых было немало. Волновали людей, как всегда, насущные проблемы – состояние домов, отсутствие детских площадок. Тогда мэр заверил жителей – реконструкция предстоит комплексная. Будут произведены замена водовода, дорожного асфальтового покрытия, ремонт тротуаров, установка светильников, приведены в порядок дома. Сегодняшнее состояние улицы свидетельствует о проделанной работе. До сдачи объекта осталось несколько дней. Это время для завершения ремонта, что обсуждалось в ходе рейда, проведенного городским головой совместно с заместителями и руководителями коммунальных служб. Без внимания мэра не осталось и метра улицы. Оценив результат, городской голова отметил замечания. Касалось это фасадов домов, площадки в одном из дворов, некачественного ремонта. Светильники, урны, дорожные знаки, озеленение улицы и даже музыка из динамиков – городской голова контролирует все вопросы, делится идеями и советами. В предстоящие дни трудовые десанты будут наводить порядок после длительной капитальной стройки. И улица Самойленко, как и было задумано, станет еще одним объектом, украшающим центральную часть города.